Ну, я Иглицын Александр. Родился в 1942 году, 31 марта. Марс, Саратовский, советский район, село Розенфельд. Перед, ну, когда объявили войну, я жил, у родителей жили в городе Клинцы в Брянской области. Когда объявили войну, папу призвали в армию, и он ушел воевать. Когда немцы подходили уже к городу, должны были занять город наш. Вот баба с бабушкой и родственниками отца, она их пешком вывела из Клинцов. Там уже сели на поезд и поехали. Воспоминания родителей, папа у меня всю войну прошел шофером. На передовой возил снаряды. Это была адская работа, и любая шальная пуля была. Я помню, когда он пришел с войны в 45-м году. Это было где-то в сентябре месяце он пришел. Я помню, приехал гимнастерка, выцвевшая пилотка, несколько медалей с усиками. Ну, я его никогда не видел. И благодаря этой встрече я до 20 лет говорить практически не мог. Я заикался. Он же меня не видел, подбрасывать начал меня, помню. Чужой человек. Оказалось, что это родной отец. И поэтому, что война была для нас, для нашего поколения, это был ужас жизни. Это погибают люди, погибают матери, погибают дети. Ну, хотел бы, чтобы у наших детей никогда не повторились эти ужасы войны. Я репатриировался в 93-м году, 22 декабря, и начал здесь с нуля. Поэтому абсурдство у меня прошло очень хорошо.